Сегодня ресурс, которым мы располагаем ежегодно, это более 14,5 миллионов кубических метров древесины. Но скажу, что используем порядка 70%. Активно готовы в этом направлении работать. Послы иностранных государств, в свою очередь, сообщили главе Прикамья, что одобряют политику краевых властей и готовы к расширению сотрудничества. Один из центральных пунктов программы визита европейских делегатов – открытие сервисно-визового центра Финляндии в Перми. В официальной церемонии принимает участие посол этой страны в России Ханно Химонен. Репортаж с места событий смотрите в вечернем выпуске телевизионной службы новостей в 23:00.